На своем четвертом съезде писатели Чехословакии первыми заговорили о бюрократизации социализма, о классе номенклатуры, об отстранении народа от управления страной. Эти речи находят отклик в чехословацком ЦК, и споры о социализме переносятся в высшие кабинеты республики. Поощряя свободу дискуссии, 4 марта 1968 года президиум ЦК Компартии Чехословакии отменяет цензуру. Началась «Пражская весна». Избранный в январе 68-го первым секретарем ЦК Компартии Чехословакии Александр Дубчик и его коллеги-реформаторы из руководства ЦК развивают гласность, перестройку и демократизацию. К разворачивающимся процессам сочувственно относится новый президент Чехословакии, национальный герой генерал Людвиг Свобода. Признается право на существование политической оппозиции, критикуется тоталитаризм, реабилитируются жертвы репрессий. Цензура перестала, приятели, существовать. Ура! Ян Прохаска, писатель. Цензура, друзья, перестала существовать. Ура! Готовится государственная реформа. Чехословакия должна стать федеративным государством из двух республик. До этого столица Словакии, Братислава, была лишь областным центром. Дубчик по национальности словак. Преодолевать экономические трудности планируется путем социалистического рыночного хозяйствования. Цель чехословацких реформ – социализм с человеческим лицом. Либерализация социализма не случайно началась именно с Чехословакии. Чехия до войны была одной из самых богатых демократических и культурных стран Европы. Когда чешские коммунисты начали политические реформы еще до экономических, отменили цензуру, разрешили функционирование непролетарских партий, советское руководство всерьез тревожилось. Чехословакия грозила уплыть из лагеря социализма. Еще более страшило то, что Чехословакия являлась краеугольным камнем оборонительной системы против НАТО, которая не могла угрожать и не угрожала, но которую всерьез боялись. Наконец, может быть, самое главное, в Советском Союзе подрастало поколение 20-го съезда, стремившееся к социализму с человеческим лицом и стремившееся к власти. Его к этой власти не собирались допускать. За развитием ситуации в Чехословакии Кремль следил с напряженным вниманием. Члены Советского политбюро Дубчика называли по-нашему Александром Степановичем. Он казался своим парнем, улыбчивый, покладистый, по-русски говорит хорошо. По поводу озабоченности Москвы кивал, поддакивал, но все делал по-своему. Это становилось яснее с каждым днем. Часть брежневского окружения говорила, если чехословакам потакать в этом дальше, они уйдут на Запад. Мы их упустим, нужно вмешиваться скорее. Другая часть говорила, Чехословакия уйдет на уровень, ну скажем, Югославии. И ничего в этом страшного нет. Первые были в явном большинстве.